Я ее просто сегодня, короче, уничтожу. Ну понял, дерьмо должно идти в утиль. Ты можешь делать все, что угодно со своими машинами. Поджигай, взрывай, разбивай, там, влетай в витрины. Все, что хочешь, делай. Но если ты трогаешь мои машины... Короче, я пока не буду объяснять, что к чему. Да. Но эту тачку не жалко. То есть, да, типа... Да, вообще. Что, браво! Собственно, вот сама смерть гора, так сказать. Эксперимент. И будем пробовать Rolls-Royce заморозить в огромной глыбе льда, потому что у нас 10 тысяч литров азота. Страшно ли мне так сидеть? Да, страшно. Но ради подписчиков. Добро пожаловать на конец видео. Мы закопали Rolls-Royce, и теперь он под землей. Пока не будет миллиона подписчиков, я его не раскопаю. Смотри, ставишь желтой крышкой, забираешь машину. Ай, блин! И мы приехали его поздравить. Я потерял свой дар речи. Не забуду твою улыбку. Киллер, 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 киллер. Я словно киллер. Там же пути же. Че, думала, она доедет до чуда? Да я еб... Ой, задняя, ты че, странно? Ему пиздец, как это выйдет ремонт, скажи? Не знаю еще. Что если сделать копейку из копеек? У нас есть вот это. Оно должно оказаться каким-то образом на буханке. Тот самый день, когда эта тачка отправится на металл. Для нее я собрал топ-12 самых мощных, самых интересных, на мой взгляд, петард. Посмотрите, что у меня есть. Вот сюда вот просто ее закатим, и все. Вот так, погнали. Ребята, сейчас... Все, сейчас устанавливаем XXL-бум, уходим в укрытие и смотрим, что будет происходить. Очень жестко пранкануть. Я хочу угнать его тачку, распилить ее на куски, затащить это все в квартиру, а на секундочку, это 10 этаж. Видите? Вот и пасхалочка. Меня
Как вы думаете, возможно ли сломать машину пополам при помощи канцелярских резинок? О, ой-ой-ой, я тут боюсь, как бы, мало ли что. Ё-моё, вы только посмотрите, сейчас карабин просто сломает. Слушай, его смотри. Его вытянуло. Его вытянуло. А! Вот так. Вот это да. Этот день настал. Машина, покрытая непробиваемой краской. Вот оно! Я только хотел сказать, посильнее ударь. Вот, теперь посыпалось. Как это выглядит изнутри? Как будто изнутри ударили просто какой-то битой или чем-то. Вот. Кстати, да, вот я, привет. Долго летает. Вроде бы что-то получается, но пока не совсем понятно. Если смотреть отсюда, то прям видно, как идет изгиб вот такой. Короче, я сейчас более наглядно покажу. Смотрите. Вот получается, вот настолько машину прогнула. Смотрите. Видно, что она прям скукожилась именно. Скорее всего, уже все арки сходятся вот в одну точку, в середину. И я думаю, конец близок. Как обычно, как всегда, натягиваем резинки, и тут прям бах! Стекло разлетается в щепки. Появляются трещины на лобовом стекле. И это причем происходит прям, знаете, вот как в прямом включении, то есть в прямом эфире. Просто берется, сгинается вот так-то и лопается. Резинки начали делать свое дело. Они начали прям сдавливать так, как будто они ее сильно любят. Вот так. О, боже мой, Джимми! Мы привезли еще два танка. И теперь ламбу будут обстреливать со всех сторон. Момент истины! Вы готовы? 3, 2, 1! О, боже мой! Я все еще не теряю надежды. Эй, на этот раз из трех одновременно. О, боже мой! 3, 2, 1! Этот кусок металла отправится в самый большой в мире измельчитель. Запускать? Запускать! Сейчас! О! Да! Смотри, она словно танцует! Круче я ничего не видел! Вот так выглядит измельченная Lamborghini. Не волнуйтесь, она была не на ходу, она была списана. Так, снимаем с предохранителя, заряжаем. И... готов? И облить ее слаймом. Машина вся в слайме. Друзья, вы готовы? Сейчас мы подожжем фейерверк прямо внутри Жигуля. Эксперимент будет следующий. Давайте посмотрим. И это у нас... та-дам! Что будет, если наполнить машину водой? И поехать! Смотрите, сколько пены! Это целая пенная вечеринка! Водолаз! Рыба есть! Вода уже по стеклам, машина все еще гудит, может ехать. Но я думаю, ребятам пока что все равно достаточно скучно, поэтому я думаю, стоит сделать им интересней. В этот аквариум мы должны обязательно запустить мальков. Что будет, если, допустим, от машины отпилить зеркала, двери, руль, багажник? Давай! Ни в коем случае не повторять, это опасно. Это выглядит как будто... Давай еще!
Вот это вот! Невероятно, смотрите на это! Но сможет ли машина поехать на тяге от огнетушителей? Раз! Два! Так, все правильно поставили? Три! У пацанов сейчас скотч! И мы будем приклеивать эти машины разным способом, будем смотреть на то, как они ездят. Поехали! Достаточно неплохо, но скотч начал отрываться. Налево! 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 Что-то отвалилось. Что-то вылетает! Фары просто бьются и осколками падают на землю. Мы пытаемся повернуть, у нас не особо хорошо получается. Оно ездит, поехали! Галяк, помедленнее! Левее, налево, налево! У меня зеркало отвалилось и горят! Дайте мне зеркало, где оно? Там колесо прокинило! Ребята, слепили машины, они держатся просто монолитно. Ну, почти монолитно, но мы держимся. Что, три? Все стартуют одновременно. Раз, два, три. Это легко, это изи. Всем привет, с вами Тимон, и сегодня будет что-то крышесносное, да. Я хочу сбросить огроменный 70-килограммовый молот Тора на мою машину. Женский меч 60 килограмм, и даже попробовали разрезать им мою машину. Уже тогда нужно было задуматься, какая-то она прочная. Да, это старый кореец, и раньше делали на славу. Посмотрите, машина пробовала на улице после этого видео месяц, металл там мочило дождем, и он даже не проржавел. Я больше всего переживаю, что меч развернет в воздухе, так как он все-таки широкий и имеет парусность, но блин, короче, как будет, так и будет, терять уже нечего. Держите за нас кулачки, и мы разбежались по укрытиям. Серега, давай, поехали! Куда бежать, бежать. И вот здесь зато сниму классный кадр, тачка вылетает. Так, ну что, если все готово, готовьте чаек и погнали. Так, ну все, давайте. Фу, я так волнуюсь, вообще капец. Надо, главное мне с крыши не упасть. Давайте. Бампер ровно в центре. Как к своей машине относишься? Эта машина на розыгрыш вообще как. Ты берешь с моста ее, брат, скидываешь где-нибудь под мостком. Почему же в своих песнях вы мне об этом не пели? Есть это чувства, просто выброс эндорфина. Скажи, почему так больно сильно? Все, ребята, мы расставили оборудование, залезли на вышку и подняли два арбуза. Я очень надеюсь, что двух попыток нам хватит. Начинаем. Oh!
Карлу Чендлеру конец. Я в порядке. О, боже мой. Все. О, окна лопнули. О, боже. Шины сплющились. Это безумие! Если вдруг вам интересно, эта Ламборгини больше не поедет. Определенно не поедет. Поближе, я думал, в фильмах, знаешь, как она с горы летит, там, понял, с такой горы, она там при первом же ударе там срывается, понял. Он выжил. Багажник как у нас? Газовый. Чуть баллон. Покрасить? Чуть покрасить, понял, отфильтровать? Все нормально будет. Ну, а теперь, следующий претендент, это у нас гиря. Мои дорогие зрители, соревнования на автомобилях. Кто изящнее и красивее преодолеет эту рампу? Ох ты, переворот! Хорошо выступили, молодцы! Здравствуйте, мои дорогие зрители, в Англии соревнования, кто сможет перепрыгнуть через этот рядок машин. Верхняя часть покраснела и закрыла глаза от страха. Кермит идет по головам, но здесь это не помогает. А, разгон есть! Хохангел! Взлетел, тоже перевернулся. Неужели никто не считает им аэродинамикс? Блин, загорелся, опасно! Слышно, зрители там уже нервно смеются, но зрелище действительно очень интенсивное. Особенно вживую. Ребята в красном с диким интересом разглядывают, удастся ли спасти автомагнитолу. Надпись «Автомобильные прыжки из UK, Соединенного Королевства, от Скайла». Опять с лобовым стеклом! Автомобиль размерами поменьше с надписью «Папа мышь», но как будто медленно разгоняется, побыстрее бы! Не хватает скорости!
hard it is to pull back. I can't even really lift it. That's all I got. Like, yeah, I can't barely move this. Barely moving it. Like, it's gonna take like 10,000 pounds of force. Like, here we go. Just fine, and we're trying the 7,000 pound boulder now. Oh, what? Yeah, it's coming.